Многие знают такого спортблогера, как Игорь Войтенко. Крутой спортивный блогер, который мотивирует очень много людей. Я увидел видосик, где он делает различные приседания с собственным весом. И сегодня я, конечно, хочу испытать это все на себе. Хочу попробовать каждый уровень. Работаем, чтобы мы как такие драконы. Ну что, ребята, всем привет. Как тяжело возвращаться. Как тяжело вновь возобновлять свой YouTube-канал и отдаваться каждому видосу сполна. Но я готов. Как я быстро отвыкаю от разговора с камерой. Это просто задница. Вы знаете, наша заветная 1000 подписчиков уже рядом. Сегодня будет просто бомбаракетный видосик. Просто взрывной, мега просто пушечный видос. А все это почему? Многие знают такого спортблогера, как Игорь Войтенко. Крутой спортивный блогер, который мотивирует очень много людей. И я ни в коем случае не хочу хайпануть на его имени. Ну, как сказать, не хочу. Не, в принципе, я так и делаю. Я хочу хайпануть на его имени. Я увидел видосик, где он делает различные приседания с собственным весом. И он разделил это все на какие-то определенные уровни. И сегодня я, конечно, хочу испытать это все на себе. Хочу попробовать каждый уровень. И, конечно же, если у меня получится все идеальненько, я добавлю свои уровни. Ну что, ребята, я могу сказать. Ну, тяжело. Ребят, тяжело разговаривать с камерой. Просто задница. Надо заново привыкать. Работаем, топим дальше. Топим, как дикие драконы. Не забываем подписываться на мой инстаграмчик. Присаживайтесь поудобней. Мы полетели. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Что, ребята, могу сказать? В принципе, нормально. Как говорится, если вы не попробуете, вы не узнаете. Не могу сказать, что это прям на изи. Не могу сказать, что это прям тяжело, писец. Ну, такое, 50 на 50. А сейчас, конечно же, я попробую добавить немножечко что-то свое к
Смотрим, конечно, как это у меня получится. Что я могу, ребят, сказать? У меня получилось примерно 3 или 4 упражнения. Конечно, мог бы добавить какие-то там сальтушки, через сальтушку приземлиться на одну ногу и делать дальше, но я не вижу в этом смысла. И, конечно же, ребята, не забываем писать в комментариях, какой уровень у вас, до какого уровня вы дошли. Ну, на этой прекрасной ноте я хочу закончить этот видосик, поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, дабы не пропустить новые видео. Ну, ребят, всем спасибо и всем пока.